Здравствуйте, друзья. Очередная малышка под магазином. Не знаем, машина сбила или ударил кто-то. Это сейчас не определить. Важно то и страшно, что рядом с нами продолжает процветать жестокость, равнодушие. Я все время говорю, ребята, это ваш выбор, на какой вы стороне, каким вы хотите видеть мир ваших будущих детей, внуков, ваших родных и близких, ваших поколений. Мои хорошие, у Капри сломано бедро, удар был сильный, раздутый животик. Девочка сейчас уже в стационаре, но, ребята, долг в клинике 700 тысяч, 700 тысяч. И я вас очень прошу, если мы в месяц будем гасить хотя бы по 100 тысяч, мы за полгода, надеюсь, хоть наполовину, ребята, я не оговорилась, погасим долг, потому что за эти полгода у нас обязательно будут следующие поломанные, больные, сбитые. Ребята, я прошу вас, мы гасим, но гасим только операции, а стационар, нарко, вернее, стать стерилизации, у нас не хватает средств их погасить. Вы знаете, какие цены в наших клиниках. И даже невзирая на скидки, что нам делают, ребята, это огромные деньги. Я прошу вас всегда минимально по 100 рублей. Но даже этого не хватает на корм. Понимаете, друзья, на корм не хватает. Неужели нас так мало нормальных, добрых людей? Я прошу вас, очень прошу, замрите на секунду. Спросите себя, неужели вы настолько холодны, равнодушны? Я не говорю это тем, кто помогает. Пожалуйста, не воспринимайте мои слова близко к сердцу. Я обращаюсь к тем, кто заходит, посмотрел, поставил лайк и ушел. Ребята, мы не можем накормить поломанных, искалеченных, голодных лайками 3000 животных. И посмотрите наши ролики, пролистайте их. Посмотрите, сколько боли идет через приют. Люди, пожалуйста, обратитесь к вашим родным и близким. Позовите друзей. Обратитесь к вашим мужьям, девочки, мужчины, поговорите с вашими женами. Приют, 3000 животных. Мы умрем без вас, люди. Мы начинаем жалеть тогда, когда беда уже пришла. Ребята, я прошу вас, не допустите беды. Помогите выжить приюту. Это 3000 животных, забранных с улиц вашего города, с ваших дач, с обочин. Люди мы с вами или нет? Пожалуйста, друзья. Я прошу у вас не только 100 рублей, я прошу у вас сильной, мощнейшей информационной поддержки, потому что приют не выживет. Впереди морозы, снега. И если животные будут не согреты и будут больны, ребята, мы не выживем. Я бы рада закрыть приют, рада, слышите? Я не хочу, чтобы у нас в России были приюты. А для этого нужен всего лишь один закон. Обязательная стерилизация животных, не представляющих ценности для разведения породы. Ребята, у меня в приюте больше 100 инвалидов, без лап, без задних, без передних, без глаз. Больше 100, ребята, уже. И ни один из вас не придет, не возьмет инвалида домой. Потому что у нас, ребята, духовность еще не та. Мы можем пожалеть красивого котеночка и щеночка взять. А вот инвалида, ребят, я не говорю это, чтобы вас обидеть. Я говорю это о том, в каком мы с вами мире живем. И я прошу вас, помогите нам информационно, чтобы мы могли хотя бы не голодать и могли вылечить. Доброго вам всем здоровья!